Салам алейкум всем, братья, друзья, знакомые. В общем, приехала тачка BMW 535, которую я модель вам обещал снять. В общем, сейчас я еду, такое хорошее место подобрал. И сейчас, в общем, еду на то место. Хочу там, ну там людей не бывает много, потому что, знаете, да, все смотрят, думают, что он там будет снимать. И я еду, в общем, на это место. Сейчас, когда еду, продолжим съемку. Так, я на дорогу переверну камеру, чтобы увидели. В общем, едем мы. Так, здесь одеть на ручку не могу. В общем, будем обсматривать нашу машину, потому что мне ее завтра уже надо вернуть. А я, в общем, так внешне посмотрел пока еще, но поездил так, ничего, проблем нет, кое-какие проблемы есть, но это мелочи, конечно. Я их покажу, сейчас расскажу. Вот здесь такой вот вид. Там в горах есть одно место, мне очень нравится. Хочу поехать туда, где-то километров 35 там. Ну и там, конечно, хороший обсмотр сделаем. То, что я говорил, чтобы сделали, многое все сделали. Спасибо им за это. Есть 2-3 мелочи, но это не проблема. В общем, сейчас будем так мы рассматривать машину. Ну, примерно как будто мы там и покупаем машину и смотрим, что там в машине, как, да, вот смотрите, горы такие. Вот такой вот видок, да, в общем. Вот. Прекрасная сегодня погода, столько дней дожди идут, град идет, вот горы наши, кавказские. Так. Такая небольшая зарисовка здесь, да, идет у нас. Вот сам аппарат. Вот я еду к тем горам, вот сейчас приближу камеру, вот к тем горам еду, там есть место хорошее, вот там можно будет свободно обсудить эту машину, так можно сказать.